Осторожно касаются пальцы каскада волос, раздается звонок, улыбаются он и она. Проходите, изволите чаю, окей, не вопрос. Я хозяин квартиры, которая их приняла. Старый пес будет клянчить еду и вертеться у ног. Я для них интерьер, дополнение собственных снов. Я не старый, не страшен, но, боже, как я одинок. А до поезда в Питер всего 48 часов. Улыбаются улицы, осень живет во дворах. Старый город, как прежде, с охотой встречает гостей. Улыбается Бог, они смотрят друг другу в глаза. Беззащитно смешны и прекрасны в своей простоте. И я сделаю вид, что живу и пишу, как всегда. И вовек не признаюсь им в том, что сегодня узнал. Я родился и жил, чтобы они заглянули сюда, пока их не поманит домой ленинградский вокзал. Их одежда и книги повсюду и негде присесть. Я бросаю дела, улыбаюсь и пью с ними чай. И они так похожи на сказку, но все-таки есть. Очень скоро все станет привычным до поезда час. Я всегда буду рад, приезжайте, конечно, к весне. И темнеет в глазах, и пылится пустой интерьер. Пожалев на прощание, любовь заглянула ко мне. Я исчезну, как только за ними захлопнется дверь.